Друзья, я планирую провести ряд видеороликов, которые будут посвящены подсолнуху. Запомните, подсолнух – это неправильное название. Правильно надо называть подсолнечник. Подсолнух, подсолнечник родом из Северной Америки и Мексики. А в Россию подсолнечник привез Петр I из Голландии. Подсолнух выращивается очень просто. Сначала берете семечки, ну вот такие подсолнечные, чистите их, потом в тарелочку наливаете воду и ждете. 2 дня, 1 день, можно даже и 3, но чтобы хорошо настоялись. Сегодня я хочу посвятить видеоролик замачиванию. Вот, пожалуйста, подсолнечные семечки, вот они как выглядят. Ну, такие черненькие. Тут семечки не чищенные и чищенные. Сейчас я их буду замачивать, сейчас я их возьму. Вот сюда их в тарелочку надо. Сейчас. Вот еще одна. Это, если я не ошибаюсь, тищенные, а тут какие-то еще. Так, вот еще тут несколько. Вот я сложил нечищенные, точнее, чищенные, а вот это как раз нечищенные. Видите, они покрупнее. Ну, да. Сейчас я их тоже вот сюда сложу, в тарелочку. Оп. Мы это просто ради интереса делаем. Просто потому что сейчас я налью водички. Вот сюда. Аккуратненько. Еще надо. И надо, чтобы они настоялись. 1 день, 2 дня, может даже и 3. Ну, вот так получилось. Тут чищенные и нечищенные. На этом у меня все, друзья. До свидания.